ситуация, которая складывается в Курской области, по-моему, очень ведомство. Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из... Товарищ верховный главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суженского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом